Добрый день, уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум. Но актуальность данной темы, она, конечно, не вызывает сомнений. Почему? Потому что хирургическое лечение, оно, безусловно, является золотым стандартом, и обсуждать здесь нечего. Результаты больших обследований это подтверждают. Но в то же время всегда была, есть и будет та группа пациентов, которым нельзя выполнить хирургическое лечение в силу тех или иных причин. Это и наличие тяжелых конкурентных заболеваний, ограниченный функциональный резерв органов, критическая локализация опухолей и наличие отдаленных олигометастазов. Поэтому проведение полной или частичной циторедукции минимально инвазивным способом является актуальным и может и теоретически, как мы уже знаем, практически увеличивать продолжительность жизни данной категории больных. Ну и исторически эти методы, они существуют очень давно, локальной терапии. Как мы помним легенду о борьбе Геракла с гидрой, вот этот хирургический метод лечения, когда гидре отрубал Геракл голову, вырастало две новых. Он как бы не давал возможности победить эту гидру, и только когда Геракл стал прижигать отрубленное место огнем, что, соответственно, являлось вот этой абляционной технологией, гидра перестала выпускать новые головы и погибла. Поэтому то же самое подтверждается и древними, так сказать, специалистами уже с научной точки зрения. Как говорил Гиппократ, мы все помним, что чего не лечит лекарство, излечивает железо. Что не врачует железо, исцеляет огонь. И чего не исцеляет огонь, то следует считать неизлечимым. Таким образом, вот те абляционные технологии, о которых мы хотим поговорить, они, в общем-то, стоят в третьей линии обороны тех пациентов, которые могут быть потенциально вылечены. Но те технологии и хирургического лечения, и лекарственной терапии, которые на сегодняшний момент имеются, они противопоказаны этой категории больных. Ну, несмотря на то, что абляционные технологии применяются давно для опухолей наружных локализаций, но реализовать на практике идею лечения огнем недетектабельных опухолей внутренних органов, паренхематозных, стало возможным только, по сути, в конце, в самом конце 20 века и начале 21 века. И, собственно, именно тогда были созданы те платформы, которые способны и генерировать, и передавать, и реализовывать различные виды энергии внутри человеческого организма, по сути, в любой его точке. Собственно, говоря о технологии черезкожной, в частности, абляции, мы должны понимать, что это именно технология. Это технология, которая имеет свои рамки четко очерченные. И, собственно, говорить об этом, то есть для того, чтобы выполнять абляцию, естественно, нужно следовать определенному алгоритму. Но каково место абляции на сегодняшний момент, по нашему мнению, в лечении рака почки? Оно здесь отражено на этом слайде. Ну, конечно, успехи диагностики современной позволяют практически подавляющее большинство опухолей почки выявляются на сегодняшний момент на самой ранней стадии, то есть Т1 и 0,0. Это, с одной стороны, способствует радикальному лечению, с другой стороны, увеличивает число пациентов, которым нужно применять те или иные методы лечения, и решение должно приниматься вот на сегодня, так сказать. Золотым стандартом является, естественно, хирургическое лечение и нефронсохраняющие технологии. Альтернативными методами являются открытая или лапароскопически ассистированная энергетическая абляция с использованием тех или иных видов энергии. И черезкожная энергетическая абляция, она является методом выбора у пациентов с сопутствующей патологией, ограниченными функциональными резервами органа или множественными билатеральными опухолями, о чем уже сегодня говорилось. Ну, черезкожная энергетическая абляция – это не просто, когда кто-то пришел с помощью УЗИ, навел и воткнул какой-то некий аппликатор и нажал кнопку. Это технология. И вот эти пять этапов, которые необходимо соблюдать, они подразумевают, что в центре выполняются эти методики. То есть, что такое черезкожная энергетическая абляция? Во-первых, установка аппликатора должна осуществляться черезкожно непосредственно в опухоль. Или по технологии InTouch, но тем не менее в зону опухоли. На всех этапах используется тщательный лучевой контроль. Абляция осуществляется с применением того или иного вида энергии,
Локализация, размеры и форма зоны абляции непосредственно контролируются человеком, выполняющим вмешательство. И некротизированная уничтоженная опухоль остается в организме инситу, то есть не удаляется. Но на сегодняшний момент, несмотря что видов энергетической абляции на сегодняшний момент 7, в практической практике активно используются 3 из них. Это криоабляция, это микроволновая абляция и радиочастотная абляция. В нашем центре, онкологическом центре Санкт-Петербурга, все эти 3 технологии широко используются. Используются достаточно давно. Ну, в качестве микроволнового аблятора на сегодняшний момент мы используем Midwave. Криосистема, криоустановка – это Сиднет производства Соединенных Штатов Америки и радиочастотный аблятор компании Covidon. Ну, вот это наш ранний, так сказать, опыт использования, пример криоабляции опухоли левой почки под контролем КТ. То есть, сейчас два слова о визуализации. Конечно, визуализация под КТ-контролем – это был первый этап. Собственно, с этого все начиналось в конце 80-х годов попытки абляции. Но метод имеет ряд недостатков существенных, в частности, недоступность КТ, в общем-то, для рутинного использования. Также у нас в центре с 2012 года используется система Robio, она была первой в России. Но вот здесь пример не опухоль почки мы не делали, но роботическое наведение при абляции опухоли печени. Это все технологически здорово, красиво, но это долго и не всегда успешно. Поэтому появление технологий плоскодетекторной компьютерной томографии, и оно, собственно, изменила парадигму вот этих интервенционных вмешательств и значительно расширила возможности, потому что теперь операционное поле или операционное пространство в отделении рентгенохирургии, в рентгеноперационной, не является плоским, а является трехмерным, при этом в режиме реального времени. Именно технологии ПДКТ, они открывают новую веху в абляции не только почек, но и других опухолей, других локализаций. Но вот здесь пример. Естественно, мы используем свою рентгеноперационную, то есть где стоит ангиографическая установка с функцией ПДКТ. И логичным и правильным то, что мы начали делать, это использование абляции с внутриартериальным контрастированием, особенно криоабляции, когда есть высокий риск кровотечения. Но вот здесь пример я хотел привести, это внутриартериальное контрастирование, видно опухоль почки, и здесь просто пример навигации. То есть мы имеем систему наведения стереотоксическую, так называемую eye-guide needle, согласно которой мы сначала чертим траекторию наведения на рабочей станции, и затем эта траектория в режиме реального времени передается на рентгеноскопический монитор, и с очень высокой точностью мы можем попасть в данную опухоль. Но вот здесь пример еще более интересный. Это очень маленькое образование в почке, гиперваскулярное, крайне подозрительное на рак. И здесь видим, что диаметр очень незначительный, около сантиметра этого образования. Но с помощью внутриартериального контрастирования и программы eye-guide needle мы не только можем попасть в эту опухоль. Видите, вот этот этап мы второе сканирование подтверждаем, что биопсийный глаз стоит около опухоли. Затем производится гильотинобиопсия, то есть выстрел, и мы можем еще подтвердить, что именно та часть ткани забирается для биопсии. То есть это позволяет именно, так сказать, с очень высокой точностью достоверно выполнять биопсию, ну и абляцию, соответственно, очень небольших образований. Ну, то, что касается криоабляции. Для нас мы считаем, что именно криоабляция является наиболее перспективной в лечении опухоли почки, потому что не требует наркоза, эндотрахеального наркоза, и может выполняться под местной анестезией, что принципиально расширяет возможности этой технологии. Ну, то есть мы можем лечить тех пациентов, которым противопоказан наркоз. Но вот здесь пример, это опухоль почки, и во время криоабляции, то есть после 15 минут замораживания с 3 криозонтами, мы видим косвенные признаки ледяного шара, ну и прямые признаки, то есть мы видим, что в пределах здоровых тканей опухоль подвергнута криоабляции. Ну, наши данные, они на самом деле скромные, и говорить об отдаленных результатах бессмысленно. Я поэтому привожу здесь метаанализ 6 рандомизированных когортных исследований, включивших 587 пациентов, где сравнивалась резекция почки, которая выполнялась либо открытым способом, либо лапароскопически, и группу пациентов, подвергнутых энергетической абляции. Ну, здесь, опять же, в метаанализе были и лапароскопически ассистированные, и черезкожные абляции. Как показало это исследование, опубликованное в 2014 году, серьезные осложнения наблюдались в 2 раза чаще в хирургической группе пациентов. Число местных рецидивов было одинаковым в обеих группах. И авторы сделали вывод о том, что абляция так же эффективна, как и резекция, но сопровождается меньшим числом осложнений и меньшим снижением фильтрационной функции почек.
Особо отметить следует, что преимущество абляции – это возможность повторного применения при локальном прогрессировании или локальном рецидиве заболевания. А также криоабляцию можем использовать там, где нельзя применять наркоз. Ну и результаты криоабляции были опубликованы в 2012 году, 1447 процедур криоабляции. Здесь сравнили открытую или лапароскопически ассистированную абляцию с чрезкожной методикой. И, как было показано, не было статистически достоверной разницы при хирургическом и чрезкожном методах абляции по числу остаточных необлированных опухолей, и также не было статистически достоверной разницы по частоте локального прогрессирования и локального рецидива. Авторы сделали вывод о том, что чрезкожная абляция не отличается по результатам лечения от абляции, выполненной хирургическим путем. Таким образом, в заключение хочется сказать, что чрезкожная энергетическая абляция является высокоэффективным методом минимальной инвазивной терапии рака почки, но в хорошо отобранных группах пациентов и специализированных учреждениях. Большое спасибо за внимание.